Привет, дорогие друзья! Мы рады вас видеть и приветствовать на нашем канале. Мы рассказываем, показываем такой замечательный конкурс, как «Последний герой». Комментировать буду я. Меня зовут Надя, мой напарник Антон. Картиночку у нас показывает Дмитрий 55-й. Антон, привет! Да, привет, Надя, привет, зрители. И мы вновь оказались на этой замечательной карте под названием «Стадион». Как же она мозолит глаза, ну да ладно. Хорошая такая большая карта с неимоверным количеством дропа, но сейчас он выключен, поэтому ребята будут искать только минки, минки, которые нужно найти. Насколько близко вы можете рассмотреть минки, насколько вот часто ли вы видите минки, которые ставит противник, или все-таки наезжаете на них, или ожидаете, вот как часто бывает, что упирается в тебя танк, а потом такой типа незаметно минку поставил. Ну да, а ну сейчас мы, конечно, посмотрим на вообще, как у нас смогут ребята себя проявить. Как тебе этот конкурс вообще? Ну, интересный, прикольный конкурс. Мне кажется, он более такой слаженный, потому что ребятам вот наоборот в ритме нужно быстрее найти ту самую заветную минку. Никто не хочет там тормозить и ждать чего-то. А в других конкурсах долго идет подготовка, пока то, сё, поэтому в принципе, мне нравится этот конкурс. А ты нашла уже? Минку? Да. Нет. Их нет уже, по-моему, еще. Ну, понятно, нету. Ладно, Матвей у нас первый. Как всегда, Матвей у нас. Кстати, дед. Дед Максим. Махмуд. Махмуд, да. Извиняюсь. Чуть не так сказал. Да, и вот Матвей 2008Q и дед Махмуд у нас есть заявленный, поэтому, ребят, ждем. Посмотрим. А ты у нас красненькая теперь с красным микрофоном, либо это давно просто не смотрел? Надо. Где красный микрофон? На стриме у тебя красный микрофон, оказывается. Я даже не обращала никогда внимания, какого Дима. Он обычного цвета бывает. 100 лет? Вот ты, Надя-то у нас модная какая. Что, почему красный, что это значит? Ну, не знаю, девочка, наверное, потому что. Розовый, извиняюсь. А, вот в чем дело. Не люблю розовый цвет, поэтому лучше пусть будет красный. Желтенький, давай желтенький. Ну и желтенький, в принципе, неплохо. Почти любой, но только не розовый. А А ты повседневно какого? ты в черном? Не понимаешь? Я говорю, повседневно твой любимый цвет это какой? Ну, черный, скорее всего. Черный, черный. Черный-белый. Да. Черно-белый. Черный, так ты вообще ко всему готова в жизни? Конечно, любая ситуация, я уже готова. Так, если не ошибаюсь, что если выиграл в одном раунде, то в следующем раунде ты, в принципе, не сможешь участвовать. Поэтому не переживай. Вот Матвей там вопрос задает в чате. Так, розыгрыш. Пригласите, пожалуйста. Мы куда пригласим? Жека, вот ты переходи на наш сайт. Вот там есть ссылочка в описании. Ссылочку кидает бот. Переходи на наш сайт розыгрыш. Там вкладочка есть конкурсы. И там, наверное, на второй раунд уже открыта регистрация или нет? Сейчас я посмотрю. Нет, еще не открыто. Насколько я вижу, не открыто. Либо... Да, нет. Открыто. Значит, я не туда смотрел. Ребят, заходите на наш сайт розыгрышей, потом там есть вкладочка конкурсы, нажимаете туда и нажимаете на второй раунд. На первый раунд вы уже не попадете, потому что там уже прошла выборка, и ребята у нас уже почти все на карте. Есть еще второй и третий раунд, ребят, поэтому выбирайте и будете участвовать. Вон там бот, ребят, все бот скидывает, все ссылочки. Ставьте лайки, будут промокоды. Да, давайте оговоримся. 150 лайков, и мы готовы скинуть вам промокод. Давайте, 150 лайков, да. Ничего себе, вот это у нас поворот. В общем, за 100 лайков у нас будет даже на экране промокод. Но когда 150 наберете, то и в чат попадет что-нибудь вкусное, интересное. А что будет в промокоде, Дим?
Вот, видите, в чат будет на контейнер, да, а на экране что-нибудь тоже интересное. И вот, кстати, подоспел вопрос, Антон, мы встретились таки в 18:00 в среду 23 числа. Итак, вопрос с понедельника. Как начисляется опыт? Обещали сегодня ответить в цифрах. Антон? Это все вранье, потому что мы в понедельник отвечали уже на этот вопрос. Я давал четкий ответ. Цифрах, так что стоит пересмотреть стрим понедельника. Ну вот человек ждет, он пришел, он, наверное, просто когда ты сказал, что ты посмотришь информацию, он и ушел, говорит, все, я не буду смотреть, буду ждать, пока Антон так подведет вот, я информацию. Тебе сообщаю, ты замечательный человек, сходи, посмотри запись, запись уже есть понедельника, и можешь там на тайминге каком-нибудь услышать мой ответ. Какая сгущенка? О, ангел? А, ну да. Начислишь? Куда начислить? Кому? Я Диме говорю. А, это... Ты же знаешь, такс. Что надо сделать, чтобы это произошло, скажи. Да ну нафиг, сейчас еще скину в общую конфу потом. Вот это вот выхвачу. Так, я вижу, что Руивент 8 разложил минки, я вот даже 3 штучки уже вижу, поэтому, ребята, желаю вам всем удачи, у нас 4. Будет 3 раунда. 4, ну ладно, ладно, извини. Я говорю, я вижу 3 минки. А, вижу 4 уже. Я просто не видела. Да, 3 раунда и погнали. Кстати, старт уже был дан, ребята поехали, я так понимаю. Так, вот, например, вот сейчас почему... Что? Так, стоп. А, пятое. Только я сказала, что такой конкурс хороший, все такие организованные, все так хорошо, и тут хоп. Вот и все. Да, почему показ? Я так думаю, что ребята ставят лайки, вот у меня всего лишь 3 лайка. Почему так мало? Два лайка просто никто не ставит. Да, ну ставит. Ребят, ставьте лайки, за 100 лайков будет... Промокод на экране, а за 150 в чат. Ребят, ставьте лайки. Это можно сказать? Ну скажи, ладно, не буду. Искни. Чем здоровьем? А что, ни хрена это не ругань? А, ну хорошо. То есть я постоянно упоминаю это растение. Хорошо. То есть там, в принципе, разные производные от этого слова, там нихренашечки, еще что-то. Хорошо. Давайте обсудим это подробно. Соберем консилиум. Да, очень даже интересная тема, мне кажется, ребят, поэтому посмотрим. Но, ребят, не повторяйте это в чате, потому что вот за первые там слово первой буквы вам там может быть положен бан или бот хотя бы просто удалит это. Поэтому не надо, ребята, вообще не повторяйте это. Это было сделано профессионалами. Поэтому ждем. Да-да. Кстати, да, что-то... Наверное, YouTube тупит, Дим. Ну почему? Ведь столько лайков. Ну так поговори там с ними. Не знаю, мой лайк засчитался. Вот от сердца мой говорю. Тоже. Я поставил лайк, обновил страницу, мой лайк засчитан. Так что, ребята, ставьте конкретно лайк, а не куда-то на другой стрим. Вот, видите, у меня вообще сейчас 2 лайка, вот один из них мой. Вот третий сейчас вижу. Это я тоже поставил. Ищут у нас ребята минки, уже нашли, и вот, наверное, у нас осталось 3 участника. Или, да, наверное. Вот я вижу, вот Матвей, вижу я эту минку, вот она, да, вольт, давай, вот, сюда, сюда, сюда. Вот рак, давай, рак, ты тоже ищешь минку? А вот вас ищет. Как вот зовут? Вот дед Махмуд, давай, дед Махмуд, направо, ну что ж ты, дед Махмуд, вот, давай, все, давай, увидел, давай, дед увидел. Махмуд увидел, все, красавчик. Все. Все, мин больше я вроде не знаю где. Наверху вроде не ставят у нас, так что все. У тебя такой голос, как будто сейчас шею вытянул к экрану, да? Я? Нет. Такое ощущение было.
остальным Так, на старт. да, у нас выбывает один участник, остальные ребята будут заново искать минки. Сейчас наш организатор будет их расставлять. Ну, три минки сейчас у нас будет, так что все правильно. Три или четыре? Четыре. Как-то а четыре мины взорвалось. Как-то из шести осталось пять. 5 мин взорвалось. Вон, А, видишь, ну они даже черные. да, не заметил. Так, две вижу. Три. Четвертую еще не поставил он. Мы видим, ребят, что YouTube лагает, но опять же мы ничего не можем поделать, потому что в любом случае все зависит от количества ваших лайков, ребят. Поэтому, ну вот, блин, как отлагает YouTube. Я сейчас попробую поговорить с Димой, чтобы все-таки он понимал, Чтобы что... он починил там, да? Не-не-не, что смотрит 142, и я так думаю, что хотя бы минимум 100 участников поставили ну, лайки, и поэтому можно. Вот, а Дима говорит, что ничего не знает. Дима злой, говорит. Вот, а я добрая. Поэтому, Дим, ну кинь ты промокод, ну покажи на Матвей, Матвей экране. выбывать будет сейчас, чувствую. Да, Матвей выбывает. Не повезло, не фартануло. Кстати, скажи, Антон, ты участвовал в каких-то конкурсах, вот именно таких с форума или соцсетей? Конечно. Однажды мне посчастливилось. Дмитрий 55-й, о великий, позвал меня защищать сам себя. Так что вот в таком конкурсе я участвовал. Как защитил Дима? Не, я его убил на респе сразу и победил в конкурсе. Я сказал, не надо, никому не достанется. Не, ну что-то было, я уже не помню, было давно, больше года назад, поэтому что за конкурс был, не помню. Прикольно. Ребят, вы делитесь с нами в сообщениях, в каких конкурсах вы участвовали, какой конкурс, по вашему мнению, самый интересный и какой конкурс ваш самый любимый. Нам интересно. Ребят, у нас стартует и будет сейчас искать миночки, миночки, которые у нас раскидал организатор. Вот, Ангел, ты проедь чуть-чуть вперед. А, ну, в принципе, ты и там нашел. Вот, дед, дед, давай, вот Дед сейчас здесь. красава. Корсера не успел. Ну, разное бывает. Получается, остается еще два этапа, мы узнаем финалиста. Да, расставляют у нас уже организатор Минки. Я пока почитаю чат, что там ребята пишут. И шлаги не сядут. Кстати, расскажи, что ты знаешь о бонусном премиум дне для Вау, наших любителей. что я знаю Да, ну ты бонусом. же скидывал все-таки, Марат, А, ты ну да, имеешь да. право помнить. В общем, ребят, такая супер новость. А, сейчас вот я открою, что до завершения первого в танках онлайн челленджа остались считанные дни. И поэтому проект Танки онлайн и все руководители, в общем, дают сутки премиум подписки в подарок. Все, кто зайдет в игру в пятницу с 5 утра 25 января до 5 утра 26 января, получат прем в подарок на сутки. Поэтому, ребят, давайте все обязательно 25 января приходите в игру. Время, я сказала, московское. И будет круто. Кто еще не набил или кто хочет набить на втором и третьем аккаунте, обязательно приходите. Так, у нас получается ангел выиграл. Ангел и много пятерочек. Так, ну что ж. А мне мышка от Кэнион пришла. Круто, я тебя Кому тебе? поздравляю. Нет, я читаю. Я наехал на мину, но она не подорвалась. Ну, такое вряд ли может быть. Пролагало там, это было видно. Кто не увидел, мог посмотреть повтор стрима, там это четко видно. Сейчас у нас будет второй раунд.
Так что кто еще не успел, вперед. Привет, комментаторы. Привет, Лена. Сколько сейчас лайков? Лайков мало. Три. Лайков всегда мало. Три, да. Это два наших. Это наши три лайка. Наши три лайка. Надин и мой. Ваши где, ребята? Вы что-то нас, кажется, врете нам. Вы не ставите лайки, да? Ребят, ну как так? До скольки будет? А вообще тут до ночи сидеть будем? Я пошутила. У меня уже ночь на дворе. У меня 18:17. Где-то так, да. Просто темно очень. Темно и страшно? Ребят, 19:00 будет «Спаси Голд», поэтому никуда не уходите. А что будет в 20:00, сейчас нам расскажет Антон. В 20:00 у нас будет отборочный бой. На МЧ хотел сказать. Да, наш турнир рельсоводов скоро начнется, поэтому там будет отборочный бой, поэтому приходите. Там будет Кирилл, Дайленс. В общем, будет не скучно. Много речей и комментариев об скилловике, либо не скилловике в какой-то из команд вы точно услышите, поэтому обязательно посетите эту трансляцию. Так, ну что, у нас еще нет выборки, нету выборки еще на второй раунд, но ребята подтверждают участие. Ребят, кто зарегистрировался, но не подтвердил участие, бегом на второй раунд и подтверждать свое участие в данном конкурсе. Там такая кнопочка влазит зеленая, подтвердить. Вот, а если вас выбрали, у вас появляется уведомление, по которому вы щелкаете, у вас копируется там ссылка, ну, короче, куда тебе нужно идти. Вот, поэтому, ребят, мы ждем вас. Выбираем уже, кому же повезет, кому же повезет. Русская картошка, даже я вижу такой никнейм прикольный. Чипсы раньше такие были, я не знаю, они сейчас есть. Русская картошка? Да. У нас таких не было. Но она всегда, всегда была хренью. Я вижу. Ребят, мы уже на карте, мы ждем наших участников. Участники у нас уже собираются. Вот уже мастер сад зашел у нас. И ждем мы остальных ребят. Да, тут совсем, кстати, не так... Не такие уж и знаменитые ники, вам так скажу. Маленькие все. Не знаю, возможно, берут мультов кто-то. Потому что у нас Васпик. М3 у всех на основе, но, знаете, тут вначале рельсов дают, поэтому Минка в любом случае добьет. На этот счет не надо волноваться. А как участвовать в турнире рельсоводов, спрашивают Goldbox 3000? Антон? Как участвовать? Нужно пойти и найти себе клан. Надо было уже давно это сделать. Потому что трансферы прошли. Я ответил на вопрос? Нет, очень кратко. Ну, я не знаю, как вот тот человек, который спрашивал, он должен понять. У нас только один участник. Ребят, кто участвовал в данной выборке, кого выбрали, кликайте, вам там уже ссылочка пришла. Ребят, мы ждем вас на карте. Нет, по-моему, с первого сержанта. Там с Орунта, по-моему, первого, да, Дим? Угу. Ребят, в данном конкурсе можно участвовать только с того момента, как вы сможете заполучить себе прем. А прем можно про... Да, про абонемент. А про абонемент можно получить с Орнта. Поэтому вот младше, кто у Орнта, вообще не вариант.
Нет, не Беловодский комментирует. Это Антон, чертики этик, это совсем не Беловодский. Хотя фамилия Антона я не знаю, все может быть. Нет, я слишком далек от Беловодского. Вот, он говорит, что он не Беловодский. Давайте распространим хэштег в чате. Не надо распространять, не усугубляйте свое положение. Киньте промокод в чат. Не кинем мы, пока лайков не будет. Мы понимаем всю ситуацию, но это не наша проблема. Везде, Вот. уже на экране даже было. Вот. А вы проморгали. Кто активировал промокод, ребят, который был на экране? Делитесь комментарием, напишите. Я активировал. Вот Дима скидывал. Дима Козак скинул. В первом раунде. Вот, поэтому, если вы внимательно смотрите, вы могли увидеть этот промокод и забрать себе какую-то плюшку. Плюшкой там были голды. Вот. Это клево. Я бы тоже хотела себе такой промокод. Знаешь, у нас начался уже следующий раунд. Минок все меньше, наверное, сейчас станет. Ну, пока еще никто не подорвался. Хотя не очевидно. Вот, две есть. Антон, к тебе вопрос. Вы как Опять. опытный танкист, опытный, прям капсом, большими буквами, расскажите, Респа, в какой последовательности нарку нарит лучше, эффективнее? Вот ты как думаешь? Как ты Георгий делаешь? Бо, Георгий Бот, какой у вас ник в танках онлайн? Скажите нам, не стесняйтесь. А потом я отвечу на ваш вопрос. Нет, анкетирование просто дополнительно Антон у нас проводит. У нас там что там У сорок нас семь все на семь уже, как бы, да, минус мастер Саш. По-моему, мистер Мастер Саш. Или Дарк. Ага, Дарк Райдер, наверное. А, последнюю минку не могут найти. Она в воротах торчит, не могут найти минку. А кто остался, получается? Мастер Саша, а кто второй? Я не пойму его, но он таф, я не знаю, его не Мастер подразил. Саш, в воротах сзади. Мастер, налево посмотри. Санек, не ешки-макарошки. Ёшки-макарошки. Прикол. Да. К сожалению, конкурс затянется. У нас есть неопределенные ребята. А Дарк Райдер, кстати, бежит. А, ему сказали на трибуну. То на трибуну, то ищите мину. Вот это его загоняли, да? Кстати, Ру Ивент у нас самоуничтожился. Мастер Сашу тоже сказали на трибуну. Ну, все. У нас сразу внезапно появилось минус два участника. Я не знаю. Я не Гоша, знаю. всем, если меня не выбрали во втором раунде, если меня не выбрали во втором раунде, могу ли участвовать в третьем? Ну, конечно, можешь, Саша Котов, гол. А вы можете оценить мой аккаунт в каком? Денежном эквиваленте или как оценить? Как к вам попасть? К нам в студию? Не, ребята, у нас стульев мало. Гошик. Да, Гошик. В общем, вопрос еще раз прочитаем. Скажите, респа, в какой последовательности нарку нарить лучше эффективно? Ну, лучше нарить всего не с самого начала респа, если вы говорите про матчмейкинг, уважаемый. Лучше проехаться чуть-чуть и нарить всегда стоит, мне кажется, не тру, если с респа уже вырубаешь. Потом броню и только потом ДД. Но это все в зависимости. Но всегда надо не тру. А если ты играешь уже вот фул нару, то грамотный танкист
киберспортсмен, тем более. Он не нарит всю нарку сходу, прожимая все три компонента, потому что все длится 30 секунд. Да. Об этом все знают, но Дима нарит все равно стрит по всему. Тем временем у нас ребята уже поехали искать минки. У нас осталось три участника. Вот, одна миночка у нас осталась. Кто же из ребят ее найдет? Ну, так, давай. Молодцом. Нашел. Красавчик. Да. 01, 08, 11 у нас отправляется на трибуны. Оцените, блин. Дим, я понимаю. Я знаю. Мы не... Серьезно? Нифига себе. На стрим ТО, Дима, вау. Ну только давай мы поднимем цену. Подскажите название клана, которые могут принять не топовых игроков. Заранее спасибо. Николай. Вы знаешь, мне кажется, если ты на самом деле стремишься попасть в какой-то клан, если у тебя есть такое большое желание, то ты должен сделать это сам. Во-первых, ты как-никак мужчина, во-вторых, ты должен быть целеустремленным. Поэтому давай вперед и ищи. Так, Таф у нас, по-моему, проел, что там была минка. Ее забрал, поэтому Таф у нас побеждает. И мы быстро переходим уже в третий раунд. А, заново? Ничего себе. Спалили мину. Ай-яй-яй. Так. Но это неправильно. Ребят. Ну, он сейчас как-то палевно вообще 0.8 ставит минки. Я не знаю, но он покрутился бы на одном месте, поставил и поехал дальше. Ужас какой-то. Так, ну что? Зачем там, кстати, вот тут броня от авто? Мне прям интересно. А, они наоборот, чтобы их не убило, они совсем маленькие, что? И начали ребята искать. Мне кажется, на этот раз Тафф не найдет минку. Да, мне кажется, вот этот Гуд увидит ее. Давай, Гуд направо, Гуд! Ну вернись, ну Гуд, ты же был близок, нет. Тафф, ну все, Тафф съест эту минку, чувствую. Да, Тафф ее увидел. Нет? А, увидел, да. Тафа выходит. Выходит дальше у нас. Куда дальше? Он побеждает. Мы не подскажем название кланов. Вам нужно пройтись на ветку на форуме. На сайт tankysport.com и там уже посмотреть все, что вас интересует по кланам и турнирам. Там вся информация актуальна. Так, мы сейчас будем уже заходить на третий раунд. Там, наверное, уже выборка пошла. Сейчас будем смотреть. Ребята, розыгрыш у нас будет после того, как завершится третий раунд. Чуть попозже мы вам скажем ключик. И вы будете заполнять специальную форму на нашем сайте, где проходят розыгрыши. Поэтому чуть-чуть подождите, обязательно включите свой звук, потому что ключ в чате мы писать не будем, мы будем его говорить только на голос. Что дают победителю? Кристаллы дают, ребят. Хотела, кстати, посмотреть, сколько. А, последний подорвавшийся на мини получает 5000 кристаллов. Что там? Mm.
Заходим. Выборка пошла, ребят. Кто же эти везунчики? Дим, ты не скажешь ключ? Что за шантаж? Что ты мне скажешь? Вот это так всегда. поворот. Я был не готов, скажи. Лайки не ставит. Ну, вообще, ничего не будет, пока 100 лайков не будет. Дима, по какой причине Саша Котов не может подтвердить участие? А что, у тебя ошибка, Саш, какая-то на экране или что-то? Попробуй обновить страницу, я не знаю. Сколько я получу кристаллов? А ты кто? Ты кто такой, что... Дима. Вот он может, конечно, потребовать у тебя кристаллы. Как участвовать, если я не смог подтвердить участие? Не смог, это значит не успел. Ну, кто не успел, тот опоздал. И вот еще вопрос к вам. Вам еще реле черная не выпала? Георгий будет. Я могу сказать, что она у меня уже есть. Черная рельса, все хорошо. Можешь пожелать мне на 8 марта что-то другое. Как тебе вышло? Тебя подкрутили? Серьезно? Дима подкрутил. О, говорят, что 127 лайков. Лайки возобновились. 126. Ну все, значит, мы вам обязательно выдадим ключ, если лайки не пропадут до конца стрима. Да, ребят, ставим лайки, 150 лайков, и будет промокодик в чат. Ребят, 150 лайков, зовите, как я уже много раз говорю, мам, пап, бабушек, дедушек, сестер. Розыгрыши нашим, то сразу приз выдается. Здорово. Привет, Дим. О, ребята, Дима показал уже второй промокод на экране. Быстрее, быстрее вводите его и рассказывайте, что же там было. 150 лайков и будет еще один промокод в чатик. Поэтому, ребят, давайте будем стараться и ставить лайки для нас. Сколько я получу кристаллов? За что? Ответь, пожалуйста, за что? Так, я вижу только троих участников на карте. Не организатора. Желаю на 8 марта, чтобы Наде выпало хорошее настроение. Георгий Бог, спасибо тебе большое. У меня чаще всего всегда хорошее настроение. Слушай, у нас на карте не так много игроков. Всего лишь трое, но мы ждем. Зачем? Не надо. Ребят, ключ от нашего розыгрыша, именно конкурса «Последний герой» же это называется, правильно? 69-54. 69-54. Ребят, ключик от розыгрыша 69-54. Ну что ж, у нас три участника всего, поэтому миночки будет 4. Ой, 4. Минки будет 2, а потом вообще 1. Дима внезапно ошибся. У нас поправка. А это измени там уже. Ну что ты настройки не можешь поменять? Дим. Ребят, ключик не тот. Дима ошибся у нас, поэтому ключик от нашего розыгрыша 58-12. 5-8-1-2. Ребят, ошибочка вышла. 58-12. Я надеюсь, все услышите. Если надо, передадите друг другу. 58-12. Нас зовут очень просто. Меня Антон, напарница Надежда. Она вселяет во всех надежду. Может, что-то еще?
Прям вселяет. Я как раз вчера Венома посмотрела. И ты мне такой вселяет. И у меня сразу перед глазами еще смотрела вечером. Кто в тебя Вот. вселился, Надя? Ничего, пока еще никто. Подожди, вечер не Точно? Мне наступил. кажется, Да. кто-то сидит все-таки в тебе. Да? Ну, блин, все может быть. Ребята, вот кто-то взял. Вот, кстати, давно такого Дим не было, что кто-то заходил левый, ну, то есть кто не участвует, и вот сейчас, видишь, опять ребята появились. И хочу вам сказать, ребята, если вас не выбрал наш рандом, наш сайт, то не заходите на карту, потому что вот на данный момент троих участников, которые не должны быть на карте, их просто оттуда кикнули. Вы не видите этого, не видите чата, а вот мы видим. Да, где-то ссылка уплыла, ну, сейчас всех, конечно, оставят. А Дмитрий, как участвовать в конкурсе? В каком? Вот, Дмитрий, смотри, в этом конкурсе ты уже не успеешь поучаствовать, а в 19:00 будет «Спаси голд». Этот конкурс проходит от группы ТО в ВКонтакте, в официальной группе. Переходи туда, я уверена, на нее подписан, и ссылочка ровно в 19:00 будет там, но будь готов. Просто очень быстро копировать и вставлять эту ссылку, потому что ажиотаж будет нереальный. Ну, Так. почти все зашли, я не знаю. Вроде похожие и есть. Похоже ли? Похожие ники и список участников имеется в виду. Тёмка, Артёмка есть. Антип есть. Undefeated был, есть. The King of TO. А, Трофимов. да, Трофимов. В. Трофимов. Виктор или Владимир. Викинг и Твинс остался только. Вот его нету, смайли ТО зашел вот левый. Ребят, на какой конкурс вам дать ссылочку, который сейчас проходит, вы уже на него не успеете, ребят. Вы прям реально не успеете. Потому что уже третий раунд, все, вы можете успеть только на «Спаси голд». Ссылочка, как я сказала ранее, будет в ВК. Дим, что там минус стрим пишет? Не знаю, стрим куда-то дел. У меня тоже. Ребят, все нормально. Ребят, ключик от нашего сайта розыгрыша, именно розыгрыш на последний герой 58-12. 5-8-1-2. Ребят, быстрее заходим, потому что осталось мало времени. Совсем скоро мы будем разыгрывать промокоды. А сколько промокодов будем разыгрывать, Дим? Наташа говорит, он обновилась, нет стрима. И у меня идет. Я обновился, идет стрим, да. Ребята, у меня тоже идет стрим, поэтому я не знаю, может быть, у вас обновитесь. Где ваша группа? Именно нашего канала группа, ссылочка есть в описании. Вот там под видео нашу группу ВК. Ну, в принципе, бот кидал. Нет, это вот не про нашу группу я говорю, а про официальную группу ТО ВКонтакте. У нас есть там в активных ссылках. Ребята, у нас уже начали искать Минку. Да, мы играем в скороченном составе. Ну, получается, что так. Немножко остается. Один, поехал. Еще один уничтожился. Но еще одну минку надо найти. Никто не в курсе, что минки все только в наш центр. Но почему-то вот все едет еще наверха. Я не знаю, почему они думают, что наверху, хотя там организатор даже не проезжает, но ездит все наверх. Как будто первый раз участвуют, ребята. Остаются две минки, и все в центре. Вот. Трофимов все близко, ну, никак не может найти.
Так, ну, что-то у нас ивент-то уничтожился, еще чуть-чуть ищет. Заново у нас минки будут расставляться, так полагаю, и, не знаю, никто не выбывает, выходит. Ну да, нарушение правил у нас от одного игрока было. Давайте еще 9 лайков, и у нас будет промокод в чат. Да, вот что у нас там расставляют, тройня от 8. Ребят, вас ожидает еще целых две трансляции. Одна будет в 19:00, другая будет в 20:00, поэтому запаситесь чаем, хорошим настроением и смотрите наш канал, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям обязательно, что у нас тут круто, интересно, весело. И мы разыгрываем промокодики. Розыгрыш будет сразу после того, как завершится этот раунд. Ребята, ключик 58-12 от нашего сайта розыгрыша, поэтому заходите быстрее, регистрируйтесь там, и совсем скоро мы разыграем. Дима сказал, сколько мы разыграем? Да он промолчал, он просто секретный парень просто. Чуть-чуть. Ну, мы разыграем, что-то разыграем. Будет учил смотреть. Ты смотри, какой наблюдательный. Шестьдесят три уже заполнили наш сайт. Минус пять нас. А экстимин даже не вижу, где поставлены. Он точно их я расставил? Я вижу. А где? Что-то я не вижу. Возле ворот нету. А, вижу, ну все, вот, я вот вижу. эти где два черных пятна между ними две. Так получается трое их осталось. Да? Куда трое поехал наш осталось, ивент? Минки. А, трое осталось и минус 4. На старт он зовет игрока. Ребят, Дим, 151 лайк у нас. Давай, скидывай, 150. Давай. Да, ребят, готовьтесь, открывайте там у себя все, что можно. И совсем скоро будет промокодик в чате. Он будет на контейнер, да, Дим? Да, поэтому готовьтесь, Дима скоро скинет. Все, нашлись две минки, и Тёмка Артёмка у нас выбывает. Нет, еще Трофимов, он на респе с рельсы был убит. Возможно, если он сейчас не найдет минку, то и не подорвется первый, то убьется. Точнее, проиграет. Мин совсем близко, но Тёмка Артёмка у нас ездит не туда. Есть Да, промокодик в какие чате уже. кубики. Ну что, там мины по центру, ребят. Какой общий промокод? Что ты подразумеваешь под словом общий промокод? Мне интересно. Расскажи нам, пожалуйста. Блин, я не вижу нигде эту минку. Она там уже между двумя.
Так, ну вот сейчас, если посмотреть, то, в принципе, возможно, что он сейчас и найдет. Но он близок очень. Например, Трофимов, да? Он у нас очень близко. Так, молодец. Прямо. Налево. Трофимов, тормози налево, налево, налево. Трофимов, ну куда ты поехал? Темка, ну, давно бы уже стрим включили, ребята. У меня крит ошибка. Не ругайся. Говорят, один контейнер был в промокоде. Ну, поздравляю тебя, Дава Бест. Кто? Меня Ну да, выкинуло, я не знаю. Трофимов у нас зашел, и теперь у нас остается, получается, сколько? Трое, да. Трое остается, две мики будет выстрелено. Я думала, все, победил, мы уже к розыгрышу переходим. Так, что ж, у нас должна быть одна миночка, а две минки, да? Да, Трофимов должен подъехать на старт, и у нас будет две минки. Вот они уже стоят, кстати. Осталось только стартануть. Трофимов, конечно, если сейчас подорвется на минки, это будет внезапно, потому что до этого он еле-еле их находил. Ну, посмотрим, может, сейчас найдет их. Да, боже мой. Сейчас Ну, броня уже старт. у всех закончится. Что ждет? ДДшка спадет пока. Все, Так, ну начнем у искать. Трофимова меньше шансов, он стартанул в конце, но, надеюсь, не найдет, потому что минки все рядом. Кинг у нас первый, Как он объехал. проехал, да? У него Трофимов, ну давай, Трофимов, ну что ж ты творишь, нет, чуть-чуть, ну Ну сюда, вот Трофимов давай. там минка, ну куда? Что, куда? Они уехали на старт. Ёшки-макарошки, Вот. вот Едь, едь, это... едь, так прямо едь, как раз ты вот, ну, блин, боже. Как ты говорил, божечки-макарошечки, нет? Смотри, не Немножко вокруг подлагивает. нее елочку, хоровод вокруг елочки. Давай, Трофимов, вот, молодец, молодец, вон Минка, мало. Не сегодня, не в этот раз. Мы вернемся лучше обратно в ворота пустые. Антипа уже на старте. Ждет своего финалиста, которого я не знаю, как он долго будет ждать или нет. Да, давай, вот едь, едь там прямо, в ворота проезжай, молодец, вот, вот, Трофимов, нет, да? Да он заметил! Ну, он заметил! Нет, ну куда ты поехал? Ты же заметил ее, ну нет. Да. Прошел год. Возможно, Амина не совсем похожа на Амину, поэтому они объезжают ее. Она у них как это, знаешь, домик какой-нибудь или стенка. Они не могут наехать на нее. Не видит. Вот Трофимов Тро... видит. Ну, Трофимов видит ее 100%, это уже ясно всем. Ну, второй раз подъехал и стоит на ней. Ну вот, Кинг, Вот. молодец.
Спасибо большое. Трофимов специально не хотел финал. Я чувствую это. Какой финал? У нас финал, что ли, будет? Ну вот финал. Сейчас. А. Вот Трофимов даже пишет, я нашел. Так, минку одну поставил. Минки еще не стоит. И что? Что мы ждем? Броню, ребята, надевайте броню. Этот раунд просто какой-то мега длинный. И не могут определиться, кто из них сильнее. Ну вот я не знаю, где Минга, правда. Старт-то был, да? Вон она. Мне кажется, я вижу между... А, да, я вижу ее. В уголке она. Там, где напротив Карена, в общем. В том углу. Друг друга пихают, но ближе всего Кинг. Кинг ближе, только вернуться надо. Антип, видео уже проехал. Антип будет взрываться. Да. Да. Антип у нас выигрывает. Отлично. Поздравляем его, и мы будем переходить к розыгрышу. Дим, сколько мы будем?